Краткая сводка о ситуации в Сирии на 25 января 2014 года. Провинция Хомс. В районе Аз-Зара, восточнее города, проводится контртеррористическая операция правительственных сил по блокированию и уничтожению крупной банд-группировки экстремистов. Военнослужащие сирийской арабской армии методично выполняют свою тяжелую работу и не оставляют бандитам никаких шансов на спасение, кроме одного – сдаваться. Алеппо. В Сирии возобновил работу международный аэропорт Алеппо, закрытый около года назад из-за нападений местных боевиков. Напомним, что в феврале минувшего года воюющие в районе Алеппо экстремисты развязали так называемую «войну аэропортов», проявлявшуюся в нападениях на несколько военных авиабаз в окрестностях этого города. Однако в результате ожесточенных боев правительственным силам удалось отбить ключевые объекты зоны полетов аэропорта. Безопасность гражданского воздушного сообщения полностью контролируется армией и силами правопорядка Сирии. Международный аэропорт Алеппо уже принял самолет, на котором в город прибыла группа журналистов из Дамаска. А северные аэропорты также освобождена деревня Джабрин. Жители этой деревни очень устали от бандитских законов и страха за себя и своих близких. Теперь они искренне радуются возвращению законной власти, так же, как и жители промышленного городка Аль-Шейх-Наджар, в котором уничтожено большое количество членов бандформирований, действующих в этом районе. Провинция Дамаск. В палестинский лагерь беженцев Аль-Ярмук продолжает поступать гуманитарная помощь. Несчастным людям раздается продовольствие, одежда, средства гигиены. Начался разбор завалов, расчищаются улицы. Проведение гуманитарной акции контролируется международным сообществом и силами правопорядка Сирии. А вот в районе Саиднае бандиты и радикальные исламисты продолжают попытки захватить древний монастырь Тель-Шарубин. Атаки успешно отражают сирийской армией и отрядами местного ополчения, нанося серьезные потери экстремистам. Саиднае – это небольшая деревня в Сирии, находящаяся в 27 километрах к северу от Дамаска. Жителями являются христиане, до сих пор говорящие на арамейском языке. Здесь христиане разных стран установили на вершине горы Херувимов статую Христа. Композиция под названием «Я пришел спасти мир» возвышается над историческим паломническим маршрутом из Константинополя в Иерусалим, в монастыре Херувимов. А это 2100 метров над уровнем моря. Куратором этого миротворческого проекта является Московская духовная академия при Троице Сергиевой Лавре. Нападая на христианские населенные пункты, экстремисты мстят сирийским христианам за поддержку правительственной армии, которая проводит успешные контртеррористические операции на всех территориях, захваченных международными террористами. Григорий Нестеров, Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Сирия.